Анатомический театр. Сон, в котором вы находитесь в анатомическом театре, предсказывает, что скоро вас ждет много необычных событий, и они опечалят вас. Сон указывает на необходимость проявить бдительность и не совершать поступков, которые могут подпортить вашу репутацию и втянуть вас в грязное разбирательство. Если во сне вы видите, как работают патологоанатомы, то вас ждет большой скандал или судебная тяжба ввиду того, что какое-то дело провалилось из-за оплошности, допущенной вами. Если во сне вы сами кого-то анатомируете, то в жизни вам придется преодолеть много трудностей для того, чтобы выбраться из неприятного дела, в которое вы окажетесь втянутыми. Если вы анатомируете не один, а с группой людей, то ваши друзья не оставят вас в беде. Если же во сне вы обнаружите то, что ищете, и достигнете желаемого результата, то в реальной жизни вы сможете все расставить по своим местам и наладить собственные дела.